Тюмени в ближайшее время появится Федерация национальных единоборств. Речь об этом зашла на соревнованиях по перетягиванию палки в борьбе «Беркат» «Медвежья лапа». Участвовали в фестивале более 70 спортсменов из Тюмени и северных округов. По словам организаторов, видов единоборств много, их планируется продвигать в массы. Для этого их нужно объединить под единым флагом и демонстрировать на подобных фестивалях. В дальнейшем мы планируем создать федерацию буквально в ближайшие месяцы. Федерацию национальных единоборств Сибири, Дальнего Востока, Севера, Сибири и Дальнего Востока. Одно единоборство национальное не продвигается. Очень трудно, если это всякие препоны. Смотрите, как японцы. Карате одно. Сколько там видов? Они везде его пропагандируют, во всем мире.